Недавно снимал видео я про моточасы на автомобилях. Вот. То есть при каком количестве моточасов желательно менять моторное масло. Вот. И значит, я поставил в Хонду счетчик моточасов. Значит, но пока мы еще не нащелкали сколько надо, то есть пока я его трогать не буду. Значит, оказывается, вот, когда-то я поставил машину, значит, бортовой компьютер, вот он, Multitronics, и как-то на днях, значит, я решил полистать то, что в нем как бы есть. И, значит, открылись такие интересные факты. Значит, смотрите, сейчас мы переключимся, все услышите сами. Дисплей 1. За поездку. Так, это нам не надо. Давайте вот так вот. Дисплей 5. Стоимость. За поездку. Тоже не надо. Дисплей 4. В пробках. В пробках. Что мы тут получаем? Время в пробках. 165. 165 часов. Хорошо. Средний расход топлива на 100 километров. В пробках 399,7. Замечательно. Средняя скорость в пробках 0. Это значение, объясняю, почему 0, потому что практически машина стояла. Пробег в пробках 53,5. Расход топлива в пробках 213,9. Так, ладно. Ну я, значит, хотел не в это меню, а в следующее. Дисплей 3. Накопительный. Вот, накопительный. Смотрите, что у нас интересно получается. Значит, сейчас у меня пробег порядка 100 тысяч километров. А Multitronics я поставил через 2 года после покупки машины. Вот. То есть, как бы счетчик пошел 75 тысяч километров, получается. Смотрите, слушайте, значит. Моторесурс двигателя 2987. То есть двигатель уже порядка 3000 часов проработал. Средний расход топлива на 100 километров. Накопительный 12,2. Средняя скорость 25. Пробег накопительный 75887,8. То есть 75 тысяч назад я поставил Multitronics. А сейчас у меня на спидометре порядка 100 тысяч. Слушаем дальше. Пробег накопительный 75887,8. Так, это было. Следующее. Расход топлива накопительный 9322,1. Стоимость 619862,4. Значит, сейчас дальше. Моторесурс двигателя. Ну, это все заново пошло. Что касается стоимости, здесь топливо было забито, по-моему, 25, что ли, рублей. Я, наверное, как-то менял, не помню. То есть вот по стоимости топлива здесь, конечно, ерунда. Вот. А все остальные данные очень интересные. Вот. Я не знал, что как бы здесь все это есть. Так, все, спасибо.